have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами в Киберпанке. Пару вещей я поменял. Во-первых, сменил пистолет, у этого DPS повыше. Еще несколько уровней прокачки закинул в нож, потом докачал себе силу до 9, потому что это же довольно часто нужно было. У меня осталось еще 5 очков, которые я могу куда-то вкинуть. Я еще не знаю, хочу ли это в механику, в технику или в интеллект. Короче, посмотрим еще, как это все будет. Спрячь. Пошли на первый этаж. С таким хмурым мы сейчас едем, наверное. Я уже не знаю, мы будем ждать ночи и потом штурмовать это все дело. Дождь реально пошел только что. Ну, только что. В конце прошлой серии у нас дождя не было, сейчас дождь пошел. Но это на самом деле не проблема. И я обнаружил для себя еще один такой... А, ну да, тут может быть дождь. Я подумал, откуда, если здесь крыша. Но здесь нету, это стройка, все нормально. Обнаружил для себя такой неприятный компонент геймплея. То есть у меня сейчас пистолет был... Это был пистолет. Пистолет был легендарный и, ну, золотой, а автомат фиолетовый. Я поменял пистолет на фиолетовый, потому что по показателям... Аккуратная диверсия. Это мой конек. Угнать грузовик. Мы типа через главные ворота пойдем? Ограждение, мост. А как бы, а можно нет? Попасть в про... Ага, ты еще. Я тебя понял. Знаете, наверное... И поехал на красный. 10 из 10 вождения, чувак. Наверное. Я вот что думаю... То есть пробираться туда сейчас. Где мой грузовик? Ладно, во-первых, дайте мне тачку. Это грузовик, по-вашему? Окей. Это так сработает, если я его здесь угоню? Чуваки, вы ничего не видели, да? Хорошо, договорились. Я внутри. Хорошо, теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Очень хитро. Зря же я пришел. Очень хорошо, я поднялся на крышу. Скоро доберусь до центра управления связью. Ну, а... Проверка документов там... Вступаю в бой! Какой стороной, блин, нафиг? Стоял, никому ничего не мешал, никому ничего не делал. До свидания, чувак. Боник. Так, минуточку. Да. Да стреляйте вы! Да в самом деле-то, а, что это такое? Стреляйте уже! Он ранен, стреляйте! Кто, я? Не, спасибо. Я тебя вижу. О, меня кто-то взламывает, что ли? В общем, весь стелс пошел по одному месту, как вы понимаете. Перегрев, да.
Ну, все, успокоились. Ну, меня взломали, молодцы. Опять будут взламывать. Так, это я заберу, это я воспользуюсь. Сообщение. Сообщение. Сеть. Понятно. Так вот, ребятушки, проблема в том, что... у меня эта штука палит, прикольно. Для того, чтобы улучшать всякие эпические легендарные пушки, мне нужны эпические легендарные компоненты, которые, как вы понимаете, фиг достанешь. Ну, скорее всего, их достанешь, да, но это будет крайне тяжело и крайне долго, и у меня их, собственно, нету. По этой простой причине я не могу улучшить свои эпические пушки и легендарные, и всякое такое. Я могу улучшить только там анкомановые или... Кстати, а почему с пистолетом? Я же вроде как... Ну да, я его поменял, но он у меня изначально стоял. У меня же вроде как вместо пистолета стоял снайперка, или мне кажется. Ее тоже можно было... То успокойся. Это робот или что это такое? Насчет энергетической винтовки я понял, что она энергетическая. Это подключись ты уже. Что ее нужно заряжать, там все дела. Но, блин, она дергается. Я ему так себе сношу, да? То есть там какой-то робот. Я сейчас посмотрю. А, вон ребята пошли, которые... Эти, да-да-да. Ребята, которые совсем ребята. И она чаржится, но она не остается в заряженном положении, так сказать. Господи! Ну, как-то вот так. Получается, я прокачал свой нож до каких-то там нечеловеческих уронов, что мне нравится. Вот, и он стал еще в разы эффективнее, чем любое огнестрельное оружие. Ага, эта штука идет ко мне. Это, кстати, хорошо. Он стомпает. Ха-ха-ха-ха! Смертельный нож. Правда его снял? Ты сумасшедший. Ножом. Я правда его снял? Серьезно? Иди сюда, чувак. Я только что такого урода завалил. Блин, ты мне сейчас вообще никто. Даже я тебя вижу. Ну, это же здорово. Фига ли мне тут прятаться? У меня есть нож, чуваки! Зачем мне качать какие-то аугментации в руки? Зачем мне качать стелс? Зачем мне что-то вообще делать, когда у меня есть нож, блин? Я могу беспредельничать. Мне никто ничего не может сделать. У меня есть нож. Так, чувак, я тебя вижу, погоди. Вижу цель, не вижу препятствий. Просто о, привет! Просто сдайся уже! Опа! Это я заберу. Ну, я просто тогда не вижу смысла никакого. Я сейчас всю эту базу перережу потихонечку, и все нормально будет. Тут кто-то еще есть? Ну-ка, подключимся, посмотрим. А, я еще и вне боя оказался. Вообще прикольно. Так, ван... Один... Та-та-та-та-та-та-та. Вот это... Вот это... Блин. Ну ладно.
Надо синхронизироваться. Ну а да, надо, чувак. У вас синхронизация так себе. В общем, ладно. Я так понимаю, что снайпу я реально зря достал. Она пока что в данном положении, она абсолютнейше бесполезна. Дайте мне обратно мой пистолет. Сейчас, что я подобрал? А, масамуны. Ну-ну. Так, ты сюда. Все пучком, все хорошо. В общем, да, ребят, нож. Сколько у него сейчас урона? У него сейчас 642 урона всего лишь. Обнаружены враги! Открываю огонь! Где? Ты чем это сказал? Погоди. Там, ну нафиг. А, нет, стой. Я тебя не обокрал еще, если что. Ну, это можно почитать, ну-ка. Калифорнийская стена. Зачем нам эта стена, отделяющая Южную Калифорнию от Северной сестры? Власть НСША скажут, что дело в безопасности. Ведь на севере таится угроза со стороны подозрительных семей кочевников, мигрантов и преступников. Стена необходима, чтобы успешно осуществлять таможенный контроль и пресечь контрабанду. И дело не только в наркотиках. Кстати, ладно. Дело не только в наркотиках. Растет рынок сбыта нелегальных киберимплантов. Все чаще поступают нелегальные материалы с орбитальных станций, из лунных колоний. Я могу это понять. Так, ладно. Мы знаем, что здесь развита орбитальная станция, лунные колонии. То есть покорение космоса есть. Хорошо. Я могу это понять. Я могу также понять, что переходя границу, лишаясь остатков приватности, меня сканируют и регистрируют камеры. Мою машину держат на прицеле нашпигованные оружием дроны, передавая мои координаты системы, быстро реагировали на орбите на случай, если я вдруг окажусь террористом. Милитех или другая корпорация, выигравшая конкурс на охрану этой стены, не позволит забыть, что, проходя через контрольные рамки, я на короткое время буду оказываться в боевой зоне. Во имя... Вот именно это и есть стена напоминания. Вот именно это и есть стена... Блин, как-то ладно. Напоминание о том, насколько хрупок мир, как хрупка независимость нашего города, как непрочно наше общество. Будучи гражданами Найт-Сити, я вижу стену довольно часто. И поэтому всегда помню, сколько стоит мир, хорошо это или плохо, решайте сами. У него боевые импланты! У меня нож, чувак, ты не понимаешь вообще, с чем ты связался. Какие боевые импланты, чувак, смотри. Я бешеный чувак с кухни просто вырвался. Мне сегодня завтрак не задался, и я решил всех вас покрошить. Сопротивление просто... бесполезно! Так зачем ты сопротивляешься, если ты знаешь, что оно бесполезно? Смешной. И тут где-то еще кто-то. Внизу, наверное, да? Я просто не могу... А, вон ты где, иди сюда. Спасибо, что грену выкинул, а то бы, знаешь, брось это уронишь. Да успокойся ты уже. Привет. Че сидим? Сидят дебильчики. Ёлки-палки. Ай, блин. Ну сидите, я не против. А, вон там еще чувак есть. Иди сюда. Стой. Погоди, мне как раз надо масло намазать на бутер. Ай, блин, какой бред! Я просто в афиге от того, что происходит. Так вот, насчет Калифорнии и насчет всякое такое, вы не заметили? Ну, как бы не знаю, мне что-то сейчас просто впало в голову. Помните в Fallout, там же NCR, Новая Калифорнийская Республика. Ты там, я к тебе обращаюсь. Новый чип Бусидо. Ребятушки, можете почитать, если хотите. Не знаю, мне что-то немножечко влом. Надеюсь, не слишком быстро прокручиваю. Момент на паузе у вас будет. Так, ладно. Подключаемся. Посмотрим, что нам тут могут предоставить. Погодите, 1C, BD. BD там будет? BD будет вроде как.
Ладно. Я, видимо, опять что-то не в то натворил, но ладно. На эти взломы, не знаю, как-то очень глупо до сих пор для меня выглядит. О, ты где? Цель обнаружена. А ты далеко вообще-то. Ай, не, иди нафиг. Ты вообще стреляешь сильно, и ты далеко, до тебя с ножом не добраться. По крайней мере, меня больше не поджигают, уже хорошо. Как до тебя добраться, урод? Ты же где-то черт знает где. Ладно, поехали. Мне вообще не сюда. Мне... Ну, я тут все зачистил. Робота затыкал, все сделал. Все, мне сюда. Мне сюда. Пойдем. Нас тут, я думаю, больше уже не встретит никакое сопротивление. Вы, ребят, тоже приехали посидеть? А, это они есть. Все, нормально. Приятно было поболтать. На самом деле, самые умные ребята на карте такие. Ну, хорошо, мы тут побудем. Новый чип. Так. Дубай. Дубай, песок и смерть. Блин, ты чё? Что там? Хорошо. Я слушал громкий щелчок и понял, что счетчик Гейгера сгорел. Стекло, на котором я стоял, где-то было гладким, как лед, а где-то потрескавшимся. Оно образовалось из песка, расплавившегося при взрыве термоядерной бомбы. Одно из пяти, которые сбросили на Дубай. Я вспомнил старые снимки, сделанные здесь в конце 20 века. Кругом, словно обелиски, возвышались небоскребы. По дорогам разъезжали роскошные автомобили, а вдоль них зеленели пальмы. Что теперь? Пустоши. Лишь блестит под солнцем стекло, укрытое облученной пылью. Но в окрестностях разоренного города жизнь продолжается. Тяжелая, жестокая, но все же жизнь. Немногие осмелились выйти на улицу без защитного костюма, даже самодельного. Жить можно только в бетонных стенах толщиной не менее 4 метров и без окон. Да, вы же здесь реально, но надо ли? В отличие от нового Дубая, который воздвигли на берегу Персидского залива, дальше от Аравийского моря, средняя продолжительность жизни в старом Дубае составляет всего лишь 30 лет. Ей все же... Нашлись те, кому здесь жить пришлось по вкусу. Здесь никто не ждет гостей. Сетевой дозор и корпоративный спецназ сюда не заглядывают. Этот край стекла и пыли стал пристанищем для самых опасных преступников в мире. Одни говорят, что они лишь пытаются урвать еще несколько лет жизни, прежде чем смерть настигнет их и отправит. А другие же считают, что они уже в аду. Уже в заду. Хорошо. Все, я внутри. Ищи самую большую платформу, пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Не пойди сюда. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы. Так, мне придется обходить сюда. А пролезть можно, пожалуйста? Спасибо. Я знал, что вы меня поймете. Да. Поздно, ребят. Нож убийцы уже здесь. Просто сдайся уже! Ну так сдайся уже, чувак, чё ты? О, погоди. Это спрыгивать или лестница? Не, это спрыгивать, погоди. Я тут еще не все облутал. Я заберу. Я все позабираю. Компьютер. Ну-ка, давай посмотрим. Меня взламывает, но мне как бы такое... То, что меня взламывает, меня... Мне выкидывает из компа за счет того, что меня взламывает. Ну, за счет того, что я получаю урон. Ладно, фиг с вами, золотые рыбки. А тут что интересного? Мне надо пойти их всех поубивать. Да. Расскажи мне, как это было. Дайте мне, пожалуйста, человеческую лестницу, как отсюда спуститься. Примерно вот так, да? Так, минуточку. PT1C
кинце. Понятно. 10 кривейших взломов из 10. Ой, тут пицца была. Прикольно. Это можно было как-то... Хорошая идея. Схватить там, что-то удерживать. Я чуваку просто руку отрубил, все нормально. Это меня убьет, нет? Понятно. У меня же была кнопка F. То ли разрядить, то ли еще что-то. Ой, я что-то неплохое подобрал, кажется. Тут... А, я не в бою, ладно. Ладно, уговорили. Так, там где-то камера, наверное, написано, что есть. Что будет, если я в это постреляю? Да, нормально. Пойдемте, я уже остальных допинаю, потому что, ну, они меня будут сейчас раздражать. Будут бегать, тут орать, все дела, мне оно не надо. Музыка, опять же, я буду в бою и не смогу сохраниться, поэтому пойдемте, всех добьем уже. Вот это задерживание F на самом деле бесит. Сообщение, ну и где оно, это сообщение, я не вижу. Блин, вот это тоже на самом деле раздражает. Я тут никак больше не... А, можно вот тут пролезть. Я тут где-то видел какого-то перца, погодите. Кто-то стрелял, что-то, блин, ну на самом деле такое. Сейчас посмотрим. Тут бы все по-хорошему облазить, так бы... Так, новый чип. Тортон, инструкция по эксплуатации, спасибо, было не надо. Я и без этого проживу. Чуваком узло играло. Надо подсобирать еще компонентов. В общем, я знаю, что мне нужно сделать. Мне нужно сделать нож на урон 1000. Потому что здесь нет распределения механического и немеханического урона. Чувак из заставки, если чем. Заставки, ну не с этой, с прошлой заставки. Сейчас у нас чувиха такая, которая говорит, что мол, у вас тоже вырубило электричество, ну, ссылаясь на нашу атаку электромагнитную. А до этого был чувак, вот когда мы еще с этим, с Мумбой спорили. Бета есть? Есть. Понятно, ясно, все, хорошо, до свидания. Я же не могу до сих пор. Да, я в бою считаюсь, ага. А, это боевые турели. Это я кругаля накинул, что ли? То есть ваши боевые турели сдуваются с трех выстрелов. Что? О, тут можно было силы применить. Неплохо. Я кругаля накинул, причем не очень правильно, по-моему. Ладно, сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Я тебя убью! Боник. Вижу противника. Прыгнуться. Быстро! Я могу... О, спасибо! Вот где ты был! Я же тебя искал, чувак! Я тебя искал. И вас я тоже искал. Идите сюда. Ну зачем ты отбегаешь? Мне за тобой бегать еще по всей карте. Так, где ты? Где-то наверху, да, что ли? Ну-ка. О, тут прибежали чуваки. Осторожней! Осторожней, да! Я из-за вас чуть не перецепился. Ха-ха, такой стол впочина! Прикиньте, чуть не убили. Оу-оу-оу. Полегче. Я перегружен? Серьезно? Ну-ка, погоди, снаряжение. Я столько много барахла подобрал.
Так, пистолет... Погодите, он оранжевый. Все, что оранжевое, я пока не буду разбирать. Тут у нас хватает... зеленых вещей на разборку, то... Я случайно... Нет, это вот снайперка, все. Я думал, он случайно снайперку разобрал. Было бы так себе. Так, хорошо, что у нас тут. Автоматы умные. Очень умные, не очень умные. Дробаш. Да нафиг его. Дробаши тут вообще бесполезные. Снайпу оставлю. А, минуточку, у меня две снайпы. Тогда нужно 157-170. У белой урона больше. А! Интересное кино. Так, вот это вообще нафиг. Вот это Defender. Нафиг, я не знаю, я так этим всеми не пользовался. Вот этот вот Defender синий, 196 урона. Ну ладно, посмотрим. Пока так пусть будет. Так, ладно. Я еще нанесу тебе на могилу. Да, серьезно? Быстро! Где третий? Тут так... А, вон ты где. Да чё ты бегаешь-то от меня? Где? А, вон, вижу. Прикиньте, меня с ножом чуть не убили. Это вообще как? Не, реально, нужно будет ножик еще немножечко качнуть. Совсем капельку. Ну, а, вон ты, вижу тебя. А чё? Давай, хорошо, я так допрыгну. Привет, слепошара. Так-то да. Главное не терять головы на работе, да? Помните, чья цитата? Рекс Пауэр Кольт вас за ногу. Вот это был вояка, не то что вы. Кусок грязи. Ну, нет, за лутецки, конечно, спасибо. Я же вам ничего не говорю. Мне же нужно как-то будет качать мой нож дальше. Поэтому мне нужно будет разобрать весь ваш металлолом, который вы мне поскидывали. О, ты здесь. Ребят, я убедился еще в прошлые разы. Если вы такого же уровня, как я, то огнестрельное оружие вам, в принципе, не поможет. Оно бесполезнейшее. Поэтому прекращайте. А, вон, дрон. Все, мы успокоились. Никакого боли, никакого боя нету, все нормально, все хорошо. Надо камеру поснимать. F5? Нет, не F5, я все еще в бою почему-то. Ладно, фиг с вами. Тетарам. Тетаратан-тантарам. Собираем лутец. Все это потом реально хорошо разбирается, и из этого делаются детали. Я хотел сейчас еще немножечко подкрутить ножик, но, видимо, в бою этим заниматься нельзя. Может, не знаю, взломать. Давайте взламываем. Поехали. Ну, только хмурый, давай. Платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Так, споры. Арасаки и птицы. Три японские слова для каждого. И тоже слово, ну ладно. Споры о фракционных конфликтах в Арасаки накаляются, и осведомленные лица задают вопросы, что ждет компанию в будущем. Если вы никак не можете разобраться во внутреннем устройстве крупнейшего производителя оружия в мире, вам поможет давно забытая отрасль науки орнитология. Да-да, та самая, что занимается изучением птиц. В японском языке существуют три слова, которые должен знать каждый. Кидзи, хото и така. Хото, да. Кидзи, зеленый фазан. В Японии эта птица издревле считается культурным символом. Последние живые особи обитают в частном заповеднике Ханака Арасаки на острове Сикоку. Но в Арасаки под названием Кидзи действует группа консервативных технократов во главе с Ханака, следующих заветом самого Сабуру Арасаки. В его дочери они видят гарантию того, что в корпорации будут поддерживаться строгие порядки. Хото. Голубь, что символизирует эта птица, известна во всем мире. Эта слава идеально передает суть значительно меньшей фракции компании, которую возглавляет Митака Арасаки, дочь покойного Кея и племянницы Ханака. В этом
Сносочка там, кстати. В этом либеральном отделе компании объединились те, кто стремятся к глобальным реформам. Они не могут похвастаться большим влиянием, зато их все активнее поддерживают политики и знаменитости. Така, ястреб. По уровню символизма эта птица не уступает голубю. Одноименная фракция, во главе которой стоит Юринобу Арасака, подчеркивает... предпочитает действовать прямо и без компромиссов. Упрямство и вспыльчивость Юринобу пошел в отца, чем заслужил поддержку элиты Арасаки, настроенной на военные действия. Однако его предложения отличаются не только новизной, но и неоднозначностью, а потому все члены совета директоров готовы его... Не все члены совета директоров готовы его поддерживать. Подробнее о родословной семье Арасаки можно узнать в серии «Два века в тени клевера», состоящей из 7 томов, скоро в продаже. Даже крыша понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ви, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Ну, вызвала, ну, как бы Ави... Опа! Блять, сработало. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Все, мы в безопасности. Как будто это я их ищу. Тупо пройден. Смотрите, ребят, погоди. Создание улучшения. Это наш нож. Да. То есть, это, по идее, то, что у нас одето. Да, оно обозначено значком, который у нас одето. Мы это можем улучшить. Мы получим еще на 20 больше урона. Сейчас 220 единиц урона. Если мы улучшим, у нас получится 205-250. То есть, сейчас у нас урон стабильный. Если мы улучшим, урон будет нестабильным. Это интересно. А, я еще и уровень получил к тому же. Снаряжение. Да, наверное, все эти молоты у нас просто разбираются. Я все равно не буду пользоваться, наверное, ударным оружием. Катана у нас есть. Ну, такое. Катана это не столько эпично, как оружие... Как кухонный нож, блин. То есть, унижать людей с помощью кухонного ножа, как бы оно поприятнее. Если с помощью кухонного ножа можно расфигачить... Так, давайте вот эти вот автоматы поразбираем. Сейчас выберем снайпу, которая у нас по-человечнее 177, 170, 157, 176. Так, 157 уходит сразу. 170, 176. Вот это вот уходит, вот это вот уходит. Defender, да, Defender тоже к черту идет. У нас есть вот это вот оружие, прототип Seggen, что-то-то там. Чтобы задействовать умное... прицеливание, необходима система SmartLink. Она у меня то ли есть, я ее вытащил, то ли что-то такое. Короче, пофиг на нее. Хорошо. F5. F5? Да, F5. Хорошо. Вообще суперски просто. Офигительно, опупительно. Заперто, спасибо. Получили мы левачок, получили мы какой-то новый предмет. Там у нас улица, да, вроде там. Вова, по крышам. Вова. Ха. Кто красавчик. Да ну хорош, блин, я врезался в машину, а не в машину, в меня вы что делаете? Ладно, фиг с вами. Точень. Да! Координаты транспорта, который пропал как раз где-то рядом с вами. Спасибо. Постараюсь найти и деактивировать. Так, ладно, ребятушки. Персонаж это, конечно, хорошо, но нам нужны... Нам нужен журнал. Продолжить поиски или подождать звонка от Такимуры. Я получил приглашение на поход Сабура. Арасаки, посмотри хоть на этот убогий город. Подождать сутки.
Ну чё, чувак, ты звонить будешь или где? Блядь! А, нам опять похорошело. Погоди. Ну! Не то. Ну, давайте еще подождем сутки. Не? Блин, ну... Ладно, это отвратительно. Нас заставляют идти на побочку. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть интересного. Перезвонить Джефферсону. Охота на охотника. Прочитать сообщение три раза, значит, что мы... стоит мужику из полиции тебе позвонить. А, да-да-да, это вот туда мы не поедем точно. Встретиться с панам не хочу. Поговорить с Вакака насчет какого-то... Вот к Бунраку перезвонить, позвоните Джефферсону. Давайте попробуем. Что там будет? К этому, к Пиролесу позвоним, да. Привет. Ты чего-то от меня хотел? Да, мне опять нужна твоя помощь. Дело деликатное. Дайте бит Брайан Дэнсов, пожалуйста. Слушаю. Это не телефонный разговор. Приезжай к нам, я тебе все объясню. Ну ладно, скоро буду. Без проблем. Помогу, чем смогу. Отлично, мы тебя ждем. Помнишь, куда ехать? Конечно. До скорого. Километр не так далеко. Попробуем доехать на тачке. Вон сейчас искать эту точку телепортации. Хотя, если мы ее где-то по пути увидим, то, наверное... Ну, посмотрим, как все будет происходить. Классно, классно. То есть, игру искусственно затягивают. По сути, у нас сейчас есть главное задание, но оно является полностью неактивным до какого-то определенного момента. Да чтоб тебя! Мыльное говно. Я врезался в полицейскую тачку, причем даже не по своему желанию. Посмотрим, что от нас хочет Пиролес, посмотрим. Мне бы на самом деле... Как там? Интересно, как это работает. Вот я двое суток подождал сейчас. То есть, по идее, в игре прошло двое суток. Погода, кстати, так и не изменилась. Погодите. Да, все, до свидания. Я туда же. Если можно 500 метров телепортнуться, я лучше 500 метров телепортнусь. Вот сюда, пожалуйста. Посмотрим, когда нам Такимура-то перезвонит. Ну, согласитесь, что штурм вот этой базы, это был такой фарс. Это просто чистой воды фарс был. Ну, то есть, по-другому это не назовешь. Пойти с ножом выкосить огромнейшую базу наемника. О, ты Кимура звонит! Парад скоро начнется. Я буду ждать там же, где раньше. У стоек? Только не привлекайте внимания. Пиролес идет лес. Ну его нафиг. У нас появилось основное задание, мы пойдем по нему. То есть изначально я, в принципе, хотел идти по основному. Фишка в том, что меня заставили... почему-то ждать. Ну, ладно. У меня вообще нету желания заниматься здесь какими-либо побочками, потому что они здесь такие тухленькие. Я лучше пойду с Такимурой поболтаю. Вау-вау-вау, осторожнее, лаги. А, гламур сегодня. Журнал для тех, кто наслаждается жизнью. Ребятушки, брейнданс диета. Оу. Можете почитать, если хотите. Вот вторая часть. Да-да, анатомические различия. Все, до свидания. Ну, то есть тут все чипы читать, это шибанешься, потому что половина из них бессмысленные. Кто такой доктор Парадокс? Кто скрывается за искривленной маской? А, это вот того чувака, которого мы видели по телеку, я вам сказал, что он на заставке. Сам он об этом молчит, и ничего странного подумайте сами, ведь он приступает закон и должен скрывать свою личность. Откройся он на чуть-чуть, и его дверь в ту же минуту застучали бы агенты сетевого дозора.
Но подумайте еще немного. Подумайте, кто этот человек, который годами скрывается от могущественной корпорации, который без труда взламывает зашифрованные трансляции телеканалов, который раскрывает тщательно охраняемые секреты. Ответ очевиден. Доктор Парадокс – один из них. Это марионетка, которой управляют истеблишмент. С какой целью? Возможно, таким образом корпорация направляет наше раздражение в безопасную для них сторону. Ведь это мятежник так и не призовет к оружию. Может, он использует его во внутренних конфликтах и обнародует через него факты, невыгодные конкурентам. Может, это какая-то реклама? Может, через месяц-другой Аванты выпустят новую линейку шмоток под маркой «Доктор Парадокс», с помощью которой вы сможете выражать свой гнев. Время покажет. Но бога ради, не верьте ни одному слову из уст этого лжеца. Прекратите слушать его сегодня же. F5. На фоне фонарика. Вообще, вот этот символ F5, он крайне незаметен. Я вам говорил уже много раз, я его пропускал. Да, погоди. Так, ночная жизнь на сети, танцы, выпивка, декаденс. Можете почитать, ребятушки. Как же по смерти? Никак. Так. А, вот иди. Не прыгайте, еще есть надежда. Гор, если вы хотите прыгнуть, вспомните, что существуют круглосуточные службы доверия. Это не смешно. Это, кстати, реально не смешно. Это просто... Парад уже скоро. Наш персонаж дебил. Я скорректировал данные ОК. Советую ознакомиться с ними перед началом. Давай ознакомимся. Для начала вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. О, это хорошо. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. Давайте не на время, пожалуйста, не на время задание. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Вижу. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно. Снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. И тут тебе Ханако. Последнего я боюсь больше всего. Согласен. Ну как, все ясно? Да, вообще супер. Только работа всегда, а вы готовы еще раз встретиться с Одой? Я готов. Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь. Угу. Ваш друг Ода. Ода – человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханако. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Ну, берегите себя. Удачи вам, Гора. Так, вот единственное, пожалуйста, пусть это будет не на время. Я ненавижу просто задание на время. Это... Давайте это пусть будет не на время. Не на время, не на время. Просто дайте мне всех перерубать ножом и все. То есть там пусть там будут чуваки в киберкостюмах, пусть там будут дроны. Пусть будет не на время. Мы только что запустили. Двигайся незаметно, иначе к тебе слетятся боевые дроны. И еще я заметил Нетранера в униформе Арасаки. Она прячется где-то здесь. Понял. Я готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. До того, блин, на время, черт, давайте не на время. Я пока не вижу таймера. Это главное. Бедный Самура Арасака. Бедный Субару Арасака. Пойдем.
А? Эй, чего встал все в колено? Давай быстрее. Ты уже близко. Он почти что перед тобой. Он следит за толпой. Назад не смотрит. Я тоже. А, ладно. Откуда? Блин, меня тупо одна растяжка убила. Круто, круто. Чего не скажешь. Я не помню, встречался я в этой... По-моему, были, да, растяжки в этой игре. Я не помню, на самом деле. Откуда? Понятно. Это было... Это была номинация на премию Дарвина. Серьезно, сейчас это было просто чудовищно. Платформы только что запустили. Двигайся незаметно, иначе к тебе слетятся боевые дроны. Двигайся незаметно, тупо не спринтуй, да? В униформе Арасаки. Она прячется где-то здесь. Понял. Я готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханаку-сама. Очень быстро подтанцы. Надо будет сохраниться где-то до. Это будет прекрасно. Тихотомия картона. Эй, чего встал у всех три? Опять? Ты уже близко. Он почти что перед тобой. Он следит вот за толпой. Эта штука. Назад не смотрит. И очень даже зря. Так. Так, я могу обезвредить? Могу, красиво. Это было очень глупо с моей стороны напороться на такую штуку. Я просто не думал, что они настолько подлые. Так, архивный диалог Марк и Ким. Марк, ты откуда взял это исполнителя? Меня сейчас удар хватит. Мало того, что сдал позже срока, так еще и сделал, ну а бы как. Задницу себе засунь, свои смайлики. Увольняй нафиг. Да я бы срался. А в чем проблема? Я не решаю, кого мы нанимаем, кого увольняем. Есть такие очень неприятные люди, которые заключают договора. Злить их себе дороже выйдет. О, серьезно? Ну, а я тебе расскажу, что и как. Только не по телефону. Окей, увидимся. Внимание всем постам. Подозрительная активность в секторе 30. Пора зачистить стойки с воздушными шарами. Проверьте его. Патруль, внимание! А как мне к нему залезть? Арасака Тауэр. И все же, ты по-прежнему возвышаешься. Залезь, пожалуйста. Спасибо. Он стал еще крепче и выше, чем когда-либо. Недавно мой отец пал жертвой такого же подлого преступления. Тот, кто убил его, пытался разрушить ценности, которые мы все потеряли. И полвека спустя... Найдите снова камень. Дура, я снял ближайший. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. А мне гасит второй снайпер, но он меня потеряет сейчас. Перепрыгни, пожалуйста, оленя кусок. Ну ты меня не видишь, успокойся. Да успокойся ты в самом деле. Конем, да. На рынок? Ви, важные новости. Ода с кем-то разговаривает. Я подключу тебя. Послушаем вместе. Повторяю, при подготовке допущены нарушения безопасности. Ханаку-сама нужно увести отсюда. Ты оспариваешь приказы Юэнобу. Делай свою работу. Почему балкон 21 был ниже балкона 20? Все, как мы ожидали. Ода здесь. Я скажу, если что-то выясним. Ладно, не сюда, хорошо. Я знаю, с кем он разговаривал.
Это гребаный Адам Смешер. Это... Мужик, который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Угу. Ну, мы будем еще разговаривать или нет? Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Я тебя понимать. Так, я еще немножечко прокачал себе, кстати, клинковое оружие. Я уж такой, а как я туда перелечу сейчас, ясно? Мне самое интересное, знаешь, что? Мостик, ты уверен, что Такемура не хочет тебя так элегантно обнулить? Блять, чуть не упал. Осторожно, не привлекай внимания. Я был прав. Да. Молчание. Это не зона. F5, мне другое интересно. Я убил снайпера. Второй снайпер меня заметил и начал по мне стрелять. Внимание, вопрос. Найди способ спуститься вниз, только будь осторожен. Да, вот так. Не торопись. Сорвешься ты, сорвется весь план. Солдат, предприниматель, визионер, мой отец. Сегодня я обращаюсь к ним всего друзьям, членам и деловым партнерам. Я обращаюсь к его врагам. Эти слова звучат здесь, в Найт-Сити. Чертов не достелс. Именно здесь, 50 лет назад, наши враги показали свои... Не видит, хорошо. Подлый террористический акт внес 4000 жизней. Жизни служащих корпорации Арасака. Граждан Найт-Сити. Не видишь, чувак. Арасака-таун. Свали в закат. Все же, ее шпиль по-прежнему возвышается над крышей небоскребов. Он стал еще крепче и выше, чем когда-либо. Недавно мой отец пал жертвой такого же подлого преступления. Да, такого же. Его, пытался разрушить ценности, которые мы все разделяем. И полвека спустя Найт-Сити снова станет свидетелем того, как испытания F5, отлично. Делают корпорацию Арасака еще более сильной. Это происходит здесь и сейчас. Слушайте, потому что мы не будем молчать. Молчание. Еще пара метров, и снайпер твой. Это отзвук погасшего пламени. Это я, кстати, по-моему, прокачивал убийство с высоты, если я правильно помню. Здравствуйте. Инженера качнули. Так, F5. Я тут полазю пока что, ребят, погодите. Он меня видел, он по мне стрелял. Ну, красавчик, чувак. Так, 1C55. Цель поражена. Да, именно так. Цель поражена моей жестокостью. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Он высоко забрался. До связи. Так, я в бой не вступил, да? Хорошо.
Это снова Ода. Послушай. Сообщите о нарушении в системе безопасности. Ее нужно эвакуировать. Немедленно. Арасака в состоянии защитить своих руководителей. Что твоему боссу важнее? Он на меня напал! Да, ситуация под контролем, согласен. Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. Без таймера, ребят. Так, БД, 1С, 1С, 1С. Я в бою до сих пор, да? Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай. Классная у вас броня, ребята, она сбивается из пистолета. В общем, оружие нужно исключительно для того, чтобы не точно сюда. Что не так, уж извините. Залезь, давайте залезу, пофиг на вас. Трубы выглядят надежно. Попробуй забраться. Как бы те трубы, которым я прошел, что ли? Общественная зона, F5. Эти снайперы, они как бы... Ну, это такая условность, потому что, ну, они тряпочные, они ничего не делают. Ну, заметил ты меня. Молодец. Балкон. Там был этот чип, который я не прочитал, я видел. Сейчас посмотрим, что это все будет. Ребят, не знаю, что-то, по-моему, раз до третьего снайпера. Вон он на мостике, мы не так далеко от него. Знаете что, ребятушки, давайте... Мы сейчас вот F5-очку сделаем. Давайте мы тут будем заканчивать, потому что, по-моему, потом начнется заварушка. Может, будут какие-то катсцены, может, какой-то босс-файт. Я бы не хотел это пропускать, поэтому давайте здесь мы остановимся. Продолжим прямо с этого момента следующую серию. Пока что я сохранился, все нормально. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.